Всем привет, Lucky Strike Aroma, коричневой пачки, компактный, с ароматизатором шоколада. Вот, это новинка, по-моему. Изготовитель, это Lucky Strike Brown называется, Brown, блядь. Вот. Изготовитель какой-то ITMS. Почему ITMS он стал называться, я не знаю. Раньше по-другому называлась эта компания. Вкус на фильтре, да, на фильтре есть сладкий фильтр. Здесь реально такие, 150 рублей. Последний сигарет остался. Ебать, пахнет ароматизаторами просто за километр, нахуй. Фу. Не люблю я, блядь. Меня они уже бесят, все эти шоколадные кофейные ароматизаторы в сигаретах. В последнее время что-то мне на них везет, грубо говоря, в кавычках. Хуйней пахнет, короче, ароматизаторами. Ну, дальше гнуть не буду, потому что сломается. Они пересохли. А так набивка, блядь, не очень. Ну, средняя. Это еще ладно, это не самая плохая, но средняя. Значит, по самим сигаретам, они это химические палочки, то есть это не табак. Ну, может, там табак и есть, конечно, какой-то, да, например. Но это не сигарета, нахуй, я не знаю, как это назвать. Это современный заменитель сигарет химический. Химия отчетливо чувствуется в организме, в головном мозге. А вот, то есть ненатуральный приход приходит к тебе, это понятно. Вот, с нормального табака такого не было в нулевых годах. А сейчас просто приходите какая-то хуйня в башку. А вот, химозная. Поэтому сигареты, это, конечно, не натуральные. Это просто синтетика. Это просто заменитель сигарет. По вкусу, вот кто любит шоколад, может что-то понравится. Я, конечно, не знаю. Но мне уже этот шоколад уже блевать лично тянет. Ну, ароматизатор такой средний, блядь. Именно по ароматизатору. Не самый плохой, блядь, но... Короче, как сигареты, это покупать лучше, блядь, не надо. Лучше не надо, поверьте. Лучше не курить. Найдите что-нибудь подостойнее. Вообще эту хуйню лучше не курить. Все, пока.